За владу, ваша думка, ви дійсно вважаєте, що було недостатньо чогось зроблено? Чи є об'єктивні причини, чому зараз ми затримуємо цей етап вакцинації? Вы знаете, вообще, по-моему, за последние 7 лет мы должны привыкнуть к тому, что государство переходит на рельсы ухода от социальности в отношениях между гражданами и государством. То есть, называйте это как угодно, либертарианство, free market, да, вот очень любители у нас большие, все эти либералы, которые считают, что вообще нужно либерализировать любые отношения в государстве. Ну, что это обозначает для нас, обычных граждан? Полное снятие любой ответственности со стороны государства по отношению к своему гражданину. Какой общественный иммунитет? Каждый должен заниматься своим иммунитетом индивидуально. Это, кстати, чисто американский подход, который пропагандируют здесь как раз-таки апологеты американской модели медицины. Поэтому, когда мы начинаем обсуждать какую-то социальную ответственность, какое-то вовлечение государства в наши проблемы и беды, вы о чем? Ну, не будет там такого. У власти находятся апологеты свободного, тотально свободного рынка, в котором нет места защиты со стороны государства, опеки со стороны государства. Вы же посмотрите, даже в речах таких министров, как Степанов, вообще речи не идет об общественном иммунитете, потому что это часть старой советской системы «Семашко». Да, действительно, система «Семашко», она как раз заботилась больше об общественном иммунитете. Четырехступенчатая система, начиная с профилактики, потом диагностики, лечения и даже реабилитации. Если вы заметили, то на нынешний момент в нашей системе, так сказать, медицинских услуг, а не охраны здоровья, осталось практически два этапа – это диагностика и лечение. Забудьте о широкой сети реабилитационных учреждений, забудьте о профилактических осмотрах массовых. Их просто ликвидировали за ненадобностью. Поэтому государство, которое давно сняло с себя всю социальную ответственность за здоровье, за образование своего же налогоплательщика, будет рассказывать вам все, что угодно, но на самом деле давайте все-таки свыкнемся с циничной правдой. Государство и не собиралось, она с вами заботится. Государство рассматривает точно так же, как любой барыга, нас с вами, как просто потребительский рынок. Вот и все.